И в конце выпуска чудесная история спасения. Инспекторы национального парка Сенгилеевские горы откликнулись на отчаянный крик о помощи и помогли погибающему сурку. Исследуя окрестности, сурок провалился в колодец и не смог выбраться самостоятельно. Но писк вопиющего услышали инспекторы. Спасать испуганного зверя – дело трудное. От страха животное может укусить или пораниться само. Однако спасательная операция прошла успешно. Сурка благополучно вытащили из колодца и отпустили на свободу.